Всем привет! С вами Грэдди. Сегодня я вынужден вам сообщить о том, что новые видео и посты про Исатовск будут выходить редко. В основном это по техническим причинам, а именно в плане моего ноутбука. Периодически бывает, что у ноутбука периодически сокращается время автономной работы, то есть работа без зарядника. Ведь за этот ноутбук я очень сильно волнуюсь, так как не хочу, чтобы мой ноутбук опять сдох. Чтобы вы понимали, еще в ноябре прошлого года на моем предыдущем ноутбуке сдохла батарея. Сейчас он лежит в долгом ящике, так как руки не доходят отнести его на ремонт. Про ремонт, наверное, не приходится и говорить, в свете того, что сейчас происходит. В общем, я все сказал по поводу видео и постов про Исатовск. Буду благодарен, если поддержите мой канал в Donation Alerts. Ссылка на донат в описании на видео. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, залетайте в группу ВКонтакте, сервер в Discord и на мой чат в Telegram. Ссылки в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.